Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Приглашаю вас на поэтическую гостиную «Василий Теркин». 80 лет назад, 4 сентября 1942 года, в газете Западного фронта «Красноармейская правда» начата публикация поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. Произведение сделало автора знаменитым. Теркин стал одним из главных поэтических символов Великой Отечественной войны. В начале лета 1942-го Александр Трифонович получил новое назначение в газету «Красноармейская правда». Редакция располагалась в сотне километров от Москвы, в нынешнем Обнинске. Отсюда начался его путь на Запад. И именно здесь Твардовского посетила великолепная мысль возвратиться к задуманной по окончании Советско-финской войны поэме «Василий Теркин». Разумеется, теперь темой стала Отечественная война. Существенные изменения претерпел и образ главного героя, явно фольклорный персонаж, бравший неприятеля на штык, как снопы на вилы, превратился в обыкновенного парня. Сам поэт говорил, что его повествование о русском солдате не подходит ни под одно жанровое определение, а потому он решил назвать его просто «Книгой про бойца». Написана поэма в ритмике частушки, и в этом значении она как будто естественным образом вырастает из толщи народного языка, превращаясь из художественного произведения, сочиненного конкретным автором, в самооткровение жизни. Именно так это произведение и восприняли в солдатской массе, где первые же опубликованные главы Василия Теркина 4 сентября 1942 года приобрели огромнейшую популярность. После ее публикации и прочтения по радио к Твардовскому потекли бесчисленные письма фронтовиков, узнавших героя самих себя. Кроме того, в посланиях звучали просьбы, даже требования непременно продолжить поэму. Александр Трифонович эти просьбы выполнил. Еще раз Твардовский посчитал свой труд оконченным в 1943-м, однако снова многочисленные требования о продолжении книги про бойца заставили его переменить решение. В итоге произведение состояло из 30 глав, а герой в ней дошел до Германии. Последнюю строчку Василия Теркина он сочинил в победную ночь, однако и после войны поток писем долго не иссякал. Любопытная история портрета Василия Теркина, воспроизведенная в миллионах экземпляров поэмы и выполненная художником Орестом Верейским, работавшим в годы войны вместе с Твардовским в газете «Красноармейская правда». Далеко не все знают, что портрет этот сделан с натуры, а следовательно, у Василия Теркина имелся реальный прототип. Вот что по этому поводу рассказывал сам Верейский. Большинство солдат, чьи портреты я набрасывал с натуры, мне казались чем-то похожими на Василия. Кто прищуром глаз, кто улыбкой, кто лицом, усеянным веснушками. Однако ни один из них не являлся Теркиным. Каждый раз я, разумеется, делился результатами поисков с Твардовским и слышал каждый раз в ответ: «Нет, не он». Я и сам понимал, не он. И вот однажды к нам в редакцию зашел молодой поэт, приехавший из армейской газеты. Звали его Василий Глотов, и он нам всем сразу понравился. У него был веселый нрав, добрая улыбка. Спустя пару дней меня вдруг пронзило радостное чувство. Я узнал в Глотове Василия Теркина. Со своим открытием я побежал к Александру Трифоновичу. Он сперва удивленно поднял брови. Мысль попробоваться на образ Василия Теркина Глотову показалась забавной. Когда я его рисовал, он расплывался в улыбке, лукаво прищуривался, что еще больше делало его похожим на героя поэмы, каким я представлял его себе. Нарисовав его анфас и в профиль с опущенной головой, я показал работы Александру Трифоновичу. Твардовский сказал: «Да». Это было все. С той поры они ни разу не допускали попыток изобразить Василия Теркина другим. До победной ночи Александру Трифоновичу пришлось пережить все трудности военных дорог. Жил он буквально на колесах, беря непродолжительные творческие отпуска для работы в Москве.
а также чтобы навестить семью в городе Чистополе. Летом 1943-го Твардовский вместе с другими солдатами освобождал Смоленщину. 2 года он не получал никаких вестей от родных и страшно переживал за них. В конце сентября поэт встретился с ними под Смоленском. Посетил он тогда и родной хутор Загорье, превратившийся в буквальном смысле в пепелище. Потом была Белоруссия и Литва, Эстония и Восточная Пруссия. Победу Твардовский встретил в Топиау. Арест Верейский вспоминал этот вечер. Гремел салют из разных видов оружия. Все стреляли. Стрелял и Александр Трифонович. Палил светлые от цветных трасс неба из нагана, стоя на крылечке прусского домика нашего последнего военного пристанища. После окончания войны на Твардовского обрушился дождь премий. В 1946-м за поэму «Василий Теркин» ему присудили сталинскую премию. В 1947-м еще одну за произведение «Дом у дороги», над которым Александр Трифонович работал одновременно с Теркиным с 1942-го. Однако эта поэма, согласно авторской характеристике, посвященной жизни русской женщины, пережившей оккупацию, немецкое рабство и освобождение солдатами Красной Армии, оказалась заслонена оглушительным успехом книги про бойца. Собственно, эти две поэмы отлично дополняли друг друга. Одна показывала войну, а вторая – ее изнанку. О войне. Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. А война? Про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в дальний путь. Дан приказ отставить. Грянул год. Пришел черед. Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые, живые, все мы вместе. Это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю, не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Невелик тебе расчет думать в одиночку. Бомба, дура, попадет с дуру прямо в точку. На войне себя забудь. Помни честь, однако. Рвись до дела, грудь на грудь. Драка — значит драка. И признать не премину, дам свою оценку. Тут не то, что в старину, стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак, поглядим, чей дюже. Я сказал бы даже так, тут гораздо хуже. Ну да что о том судить, ясно все до точки. Надо, братцы, немца бить, не давать отсрочки. Раз война, про все забудь и пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец, от хлопот свободен. И тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу. И глядишь, еще живой будешь сам в придачу. А настигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат, мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы.